Если бы у меня был выбор делать музыку только в интернете, либо только выступать на концертах, я бы выбрала концерты. Я очень люблю концерты за то, что там я могу с вами соприкоснуться и душой, и телом. Я безмерно счастлива видеть людей, которых я вдохновляю, и которым я могу принести что-то хорошее в их жизнь. Наверное, это самое лучшее ощущение. Я вчера сразу после концерта поехала на самолет и летела 2,5 часа из Краснодара в Екатеринбург, но в Екатеринбурге было уже 6 утра, поэтому я начала день, сразу поехала на радио. В общем, я толком и не поспала, но придя на концерт, я вообще забыла о том, что у меня не было каких-то удобств или что-то подобное. Это просто невероятно. Увидев вас и ваши лица, я обрела очень много сил. Спасибо.